Якщо алергія, препарат «Цитрин» допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. «Цитрин» прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. «Цитрин» діє в центрі алергії. Что на самом деле произошло с Крымским мостом? Ой, женщина, только не шевелитесь, пожалуйста. Не шевелитесь. Скорую. У Соловьева очень плохие дела. Мы идем на эскалацию. Любая поставка чего угодно, хлобысь. А Мардану становится все страшнее и страшнее жить в России. А если это обстрелы? А если это диверсионные атаки? Это горячие новости, все самое важное в одном дайджесте. Садитесь поудобнее, новая порция соловьиной грязи подъехала. Рудольфович в ярости, никак не может успокоиться, что весь цивилизованный мир поддерживает Украину. И как теперь второй армии с ржавыми пулеметами и автоматами противостоять современной технике и смелым украинским солдатам? Поставляйте F-16, вот вы поставили кассеты. Мы не только свои кассеты поставляем, но считаем себя вправе использовать тактическое ядерное оружие. Да, то есть мы идем на эскалацию. Любая поставка чего угодно, хлобысь. Вот мы до сих пор удивляемся, как страна, которая не может пошить носки и изготовить гвозди, кичится ядерным оружием. Французский посол, да. Что в России делает? Собрался и домой. Они поставили французские ракеты, что здесь делать? Даже если оно у вас пока есть, то непонятно в каком состоянии. Вы ведь ничего сохранить не можете. Все хорошо, Рудольфович, мы не надеялись, что из твоего рта что-то цивилизованное выльется. Мы уверены, что французскому представителю на ваших болотах тоже не очень комфортно. Гробы с иностранными наемниками должны стоять перед посольствами стран. Чтобы туда приезжали и забирали. А еще можно в эти гробы 200-х россиян класть. Вы бы сначала свое удобрение из украинских земель забрали. А вообще очень хочется тебя, грязный рот, и в гробу увидеть. Но желательно без почестей. Рашисты, что с лицами, сезон в Крыму отменяется? Путин так растерялся, что до сих пор не знает, как реагировать на то, что произошло с его любимым Крымским мостом. В сети какие только версии не гуляют. Самое распространенное, что мост атаковали неизвестное подводное чудовище. А еще есть и такая, якобы пролет моста сам рухнул. Это что значит? Путин за 23 года у власти развел такую коррупцию, что даже такой распиаренный объект, как Крымский мост, не смогли нормально построить? Как бы то ни было, Росми утверждают, что в результате пострадали несколько россиян. Ой, женщина, только не шевелитесь, пожалуйста. Не шевелитесь. Скорую, Дима, пусть скорую высылают. Женщина, не шевелитесь, вы себе можете навредить. Да-да, удар по Крымскому мосту – это сокрушительный удар по Путину. И фанаты его русского мира недовольны. На мосту пробка, движение частично перекрыто. И теперь у россиян всего два варианта. Либо паром, либо домой. Ваши паромы мы помним. Это обычные военные десантные корабли, планирующие перевозить гражданских людей. Надеемся, не надо намекать, что садиться в военную технику во время войны – да еще и на оккупированной территории немного опасно. Хотя власти Раши придумали еще один вариант. Теперь можно поехать через Ростов-на-Дону, пересечь оккупированный и разрушенный Мариуполь, затем заехать в Хлопковый Бердянск и выехать на полуостров через Мелитополь. Российские власти называют это альтернативным путем. Мы бы назвали это дорогой смерти, но решайте там сами. Пока поймите одно, любой, кто захочет пересечь Крымский мост, является обычным самоубийцей, ведь никто не может предположить, какая опора упадет следующей. Хотя нет, забудьте последнее предложение и давайте назовем это обычной русской рулеткой. Поиграем, оккупанты. Мардан в шоке, дед никак не может понять, почему война пришла в его так называемую страну. Та стратегия, которую реализует противник сейчас, он берет курс на то, чтобы переместить войну на территорию России. Атаки беспилотников. А если это обстрелы?
А если это диверсионные атаки? Враг занимается террором, диверсиями в глубине России. Ну ничего, привыкай и готовь к этому всю свою тупоголовую аудиторию. Потому что это только начало. Мы отомстим за каждого украинца и за все ужасы, которые вы принесли в наши дома. Шок-новость! Оказывается, Россия самая гуманная страна в мире. И пропаганда их никогда-никогда не лжет с телевизоров. Оказывается, что для пленных украинцев рашисты организовали трехразовое питание, да еще и уровня мишленовского ресторана. Обед военнопленного – это первое, второе компот. Сегодня лапша и перловка с рыбными консервами, завтра свинина, тушеная с картошкой. Пленный не должен терять веси, этого требует международная конвенция. Они и не теряют. Многие на фронте такой еды не видели. И что, неужели это питание сам Пригожин организовал? Но если там так хорошо, почему вы никого к пленным не пускаете? Или почему после таких блюд наши мужественные и сильные ребята превращаются в истощенных и изможденных? Пока ваши морды в Украине отъедают. Почему украинские военные от увиденного обыкновенного яблока плачут? Но это не конец цирка. Ни один сюжет на РосТВ не мог бы состояться без нацистов-украинцев. И набивал татуировки с символикой СС. Азовцы платили 20 тысяч гривен в месяц, обеспечивали формой и исключительным правом безнаказанности. Если у тебя не будет соответствующих знаков фашизма, ты здесь в этом подразделении не будешь служить. Вот как. Оказывается, мы теперь и татуировку заставляем набивать. Одно интересно, почему ваш актер так пригожинскую собачку напоминает? Импортозамещение работает. На болотах похвастались новым отечественным изделием машиностроения. Вашему вниманию УАЗ с чисто русским названием «Хантер». Не удивляйтесь, какая страна такая и машина. Капот уже рваный. Эта сварка называется как насрал. Это что, пластилин? Ну, на самом деле замазали там не пластилином, а дерьмом, но давайте не будем разочаровывать будущих покупателей. Помните, как несколько дней назад Володин просил российских депутатов пересесть на отечественное авто? Просим, дорогие, теперь только на этом корыте на работу и приезжайте. Болотная биомасса узнала, что Финляндия строит с ними стену, и, конечно, россиян это очень возмутило. Ну, идиоты, что я могу сказать, вот так и передайте. Они никогда с нами не дружили. Почему? Мы же хотим, наверное, дружить. Ну, мы россияне. Мы хотим, но для этого нужно немножко историю знать. Финны с нами вообще никогда не дружили. Русский народ отличается добротой. Ага. Заботы. От вашей доброты и заботы, к сожалению, ни одна стена не спасет. Так что же сделать, чтобы избежать изоляции нормальных стран от болот? Рашисты, есть варианты? Вот, что надо. Вот, покажи, что надо. Вот. Советский Союз вернуть? Да. Ага. У русского нет друзей, кроме винтовки. Потому что все хотят нашу территорию. И ресурсы. И ресурсы. Вот это логика. То есть Финляндия хочет забрать ваши ресурсы, поэтому и забор строит. Русские только расслабятся, а финны такие как выскочат из-за стены и сразу Рашу захватят. Рашисты никогда не перестанут нас удивлять. Теперь они перестроили торговые центры, военные заводы, и да, вам это не послышалось. Это дешевле, чем строить заводы с нуля. Все для фронта, все для победы. Торговые центры – это самое лучшее решение на сегодня. И теперь 50 с лишним тысяч квадратных метров вместо торговли ширпотребом работают на победу. Ну а что еще делать с помещениями, когда все нормальные бренды вышли из болот, а потом удивляются, почему постоянно ТРЦ горят? Вы только потом не говорите, что Украина по гражданским объектам бьет. Карма продолжает накрывать болото, даже природа не выдерживает рашистов и пытается их уничтожить. Вот и сейчас еще один курорт накрыла стихия. В городе Ярово ураган снес палатку вместе с людьми.
Пока что известно о двух пострадавших, но это только начало. В этом году природа показывает всю свою ненависть к расистам. Тема туалета в России никогда не утратит актуальность. Раньше мы смеялись над выгребными ямами во дворах частных домов. Но, как оказалось, в Мурманске даже в многоквартирных нет обычных удобств. Барак и сральник на улице. Вот люди выходят оттуда сюда по нужде, помойка, не центр города. Вот очко двухместное, красота, это Мурманск. Все верно, вы должны держаться вместе. Но вспомните слова Лаврова, что главное, чтобы туалет разделялся на женский и мужской. Тогда это будет по-человечески. Но какое отношение к людям вы имеете?